В минувшие выходные Каспийская флотилия отметила Международный день повара. Как отмечает организатор мероприятия, данный праздник стал уже традиционным для моряков. Нашими поварами приготовлены прекрасные блюда стран бассейна Каспийского моря. Это азербайджанская кухня, иранская кухня, Туркменистан и Казахстан представлены вашему вниманию. И, конечно же, куда же без русской кухни. Отметим, что организацию питания на территории КФЛ осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Транскомплекс К». Заведующая столовой Ирина Габидуллина рассказала о нормах приема пищи сотрудников. Норма первая – общий войсковой паек. Норма третья – морской паек. Также организацию питания в лечебных учреждениях осуществляем с данной столовой. Повара готовят согласно утвержденной раскладке продуктов. Есть норма пайка, организация питания, общевойсковой паек с элементами шведского стола. Кроме того, стоит подчеркнуть, что для поваров столовой устроили концерт, где выступил оркестр краснознаменной Каспийской флотилии и детские ансамбли. А также каждого повара отметили благодарственным письмом и памятным подарком.